Итак, ребят, сегодня у нас Джорданы 4. 15299 цена, покупались на стритбите. И, честно говоря, Джорданов у меня не было никогда. Никаких были Леброны. И прочее. Ого, вот это звуки. И сейчас мы увидим, чем же так они славятся. Так, ну коробку у нас надо было, наверное, показать. Ботинки эти. Ботинки для активного отдыха это у нас. Дата изготовления 8.20. Та-та-та-та-та. То есть вот такая вот у нас крышечка. Красненькая. Ну и, конечно, вот да, ребята, если бы упаковали чуть получше, ну, проложили бы хотя бы коробку бумажками, то вот такого вот не было. Ну, в принципе. И, собственно, вот они, Джорданы, расцветки Fire. Я забыл. Fire Red расцветка. Вот так вот можно было все показать изначально по-нормальному. Fire Red Black Tech Grey. Made in Vietnam. И такая вот еще региональная уже наклеечка. Так, ну и сейчас вот, собственно, интересно посмотреть, почему вообще-то Джорданы это такие хайповые кроссовки. Что здесь такого? Ну, выглядит, конечно, вот конкретно в этом свете они очень привлекательно, круто. По модели это точная копия 89 года. По-моему, в 10 году выходило переиздание, но сзади вот здесь вместо Nike Air был Jumpman, ну, прыгающий Джордан. И как бы этим и отличались. То, что в цене они вырастут со временем, ну, не знаю. Вот эти, которые с Jumpman 2010 года, на Farfetch сейчас стоят 33 800, по-моему, такие 24. Ну, может и вырастут, хрен знает. Всякое бывает. Так, внутри у нас Air Jordan кверх ногами. Ну, давай, доставайте. Только что, иероглифы? Да, это иероглифы. То есть вот так вот. Ну, даже не знаю. Ну, вот тут вот Джордан логотип. Ну, как бы, если в Nike, в Nike'ах такое вставляют, то там обычно... Здесь Nike, сопля. А здесь вот так вот. Ну, это и насчет иероглифов, конечно, странное решение. Так, внутри у нас материалы. Ну, по идее, это должна быть все кожа. То есть все натуральная кожа. Хотя вот здесь вот поверху я поспорил бы. Да я и вообще везде поспорил бы, если честно. Ну окей. Так, что там, до этикетки вообще добраться проблематично. Спрятано вот там, здесь вот резиночка, что-то типа как на Аптемпо. Что у нас по стельке? Стелька у нас... Ну, даже не знаю, даже это мне хреновая, если честно. Ой, что-то она как будто вообще требухе вся от картона. Кроссовки ни разу не одевались. Ну, такое вообще удручающее впечатление оно наводит. Так, ну и под ней у нас даже, видите, ниточки приклеены. Ну, наверное, это хорошо, я не знаю, если честно. По толщине стелька. Ой, она какая-то вообще дубовая, даже не проминается. Тут не рвалает. Блин, я не знаю, вообще. На самом деле, так как-то очень все колхозно выглядит. Особенно вот эта вот стружка на ней. Я, конечно, от Джордана другого отличал, ожидал. А вот эти вот полосы, это, я так понимаю, от стакана. Да уж. Материал внутри довольно-таки прикольный. По швам все вообще, конечно, идеально. То есть обычно вот в таких вот моментах, как вот здесь, ниточки все равно какие-то должны торчать. Сейчас вам покажу, то есть ниток нет вообще никаких нигде. То есть все-таки вот за подразделением Джордан Nike следят. Тут решеточка, это что-то такое, как резина.
А нет, она не на плине, слушайте. Да, это отдельно. От язычка здесь по бокам. Я так понимаю, это для вентиляции. Да, еще вот такой брелочек, конечно. Ну, пока я даже не знаю. Вы, кстати, заметьте, как дырочки проходят насквозь. Вот эта вот штукенция. Вот там сколько их. Ну вот, собственно, и Джорданы. То есть, что вообще можно про них сказать? Ну, честно говоря, не очень понятно. То есть, вот это вот белая подошва, скорее всего, много фотографий в интернете, она потрескается со временем, да и черная. Ну, в принципе, это одна и та же подошва, судя по мягкости, просто крашеная. Черная оботрется, белая тоже оботрется, у Nike это постоянно, и потрескается. То есть кожа настолько мягкая, что, ну, я думаю, это видно. И вот эту часть все-таки нужно было как-то усилить, либо поставить более твердую кожу, либо усилить. Все фото на ногах, где они, то есть вот так вот полосками, она все вот, ну, сминается, вот этот нос. Ну, я молчу, конечно, про загибы, то есть слишком мягкая кожа. Нахрена, вообще не знаю. То есть модель, да, выглядит очень круто, но круто она выглядит вот сейчас. То есть они из коробки, они офигенные, они новые, то есть вот пару там походов куда-то и все. То есть это вся белая подошва, она вся пожелтеет. 100%, потому что у Nike обычно так всегда на всех вот ретро моделях пожелтеет, это начнет трескаться. Но вот эти резинки я не знаю вообще, ну, могут тоже, кстати, порваться. В общем, по надежности к Nike всегда было много вопросов. То есть к вопросу, как это будет все выглядеть через время, вот вам Uptempo и полностью пожелтевшая подошва. То есть почему, как, какого хрена. Тут же не всего, тут еще и вот такие вот чудеса. Привет. Ну, про затираемость белого вот этого напыления, то вот сами видите. То есть вот было такое же белое напыление, что превратилось. Просто, кстати, кроссовки выглядят как новые. Ну, из-за того, что вот подошва превратилась в такую срань, ходить в них, ну, как такое себе. Так что фанаты Джорданов, конечно, люди очень экспрессивные. Ну, пока новые выглядят зачетно. Но, честно говоря, ходить я в них не хочу. То есть я их не мерил, как они выглядят на ногах. Я ставлю какие-нибудь футажи готовые. Потому что, ну, понимаете, то есть если я их сейчас одену, они сразу все сомнутся уже. Все. Кстати, они ничем не пахнут. Не пахнут ни кожей, ни клеем, ни дерматином. То есть модель, конечно, вот именно в такой расцветке очень крутая. Очень мне импонирует. Цвета как раз Chicago Bulls. Еще назад в будущее, кстати. Марти Макфлай бегал. Ну, у него типа кортезы, конечно, какие-то были. Но тоже бело-красный. Но вообще белый и красный — это вот самые такие цвета для Nike, я считаю. Вообще офигенские. Ну, сделаны, конечно, очень хорошо. Очень ровно. Вот по плане качества я не могу ни к чему придраться. Ну, кроме той дебильной стельки. Паротектор очень цепкий, вот это особенно. Нос. Ну, вообще, он весь цепкий, нос прям такой чувствуется. В общем, кроссовки классные, покупки рекомендовать я не знаю, так как их это Джордан, как вы купить их, нет уже. То есть, если не успели купить, то все. Ну, перекупов, ну, где-то 20-25 они сейчас стоят на Авито. Ну, если нравится, то почему нет? Опасайте подделок, как отличить подделку, честно, не знаю. Подделка в руки не попадала, возможно... Никак. Подделки сейчас вышли на очень хороший уровень. Если знаете как, пишите в комментариях. Ну, а так, если бы производители учли бы вот эти нюансы, сделали более жесткую кожу в носу, то, в принципе, были бы отличные кроссовки, износа им бы не было.